спасибо, что не забываете нас. Наш коллектив живет, процветает, играет, собирает цветочки, радуется жизни и, надеюсь, радует вас. Сегодня замечательный день, потому что сегодня, прямо сейчас здесь случится премьера. Премьера песни. Я вам признаюсь, я давно сама хотела написать на эту тему, о которой сейчас пойдет речь, песню, но не решалась. Может быть, боялась, может быть, стеснялась. А этот человек, который сейчас выйдет на эту сцену, не побоялся и сказал об этом вот прямо так, от всего сердца. Простыми, но очень душевными словами. Господа, дамы, дамы, господа, внимание. Премьера песни, съемка концертного клипа. Я приглашаю на эту сцену Александру Медведеву. Песня Александр Медведев, аранжировка, трактовка группы «Сурганово оркестр». Исполнил дуэтом песню, которую Александр назвал «Молитва». Она коротка, слов может быть всего лишь семь. Спасибо за то, что ты есть у меня. Благодарю тебя. Я благодарствую Господу. Я благодарен своему себе. Я благодарю вас, люди, за вашу любовь.
Благодарю. Спасибо. Спасибо, Светочка. Спасибо, Светлана. Спасибо.